Привет всем на канале Farl TV. Мы с вами продолжаем играть в игру Assassin's Creed Roach. Продолжим наши сюжетные приключения, второстепенные задания, все тому подобное. Что мы сейчас можем сделать? Обновить постройку. Давайте обновим. Что это у нас тут такое? Кажется, или арсенал. Непонятно, но что-то мы обновили. Побережье. Это на побережье это понятно. А что еще можно здесь поблизости? Ну ладно, поблизости у нас уже все задание. Часть шестая, ограбление. Посмотрим, что же нас ожидает на этот раз. Все хуже, чем мы думали. Ассасины узнали, как использовать шкатулку предтечь. Они уже готовят экспедицию. Значит, мы должны остановить их. У Хоуп сотни людей. А властям плевать на все. Может, нам прикинуться ее людьми? Совершим преступление так, чтобы их нельзя было больше игнорировать. Это прекрасный план, Джек. Действуйте. Я выясню, где прячутся ассасины. Мне показалось? Или он попросил наделать шуму? Наслаждайся, пока можешь. За ними, Шейк. Нам нужна их одежда. Погнали, как ты говоришь. Ты прав. Бежим. Думаю, мы успеем. Так ли? По крайней мере, мы точно постараемся. Торопись, Палан! Или мы оба сдохнем! Это они там между собой кричат друг другу. Точно это не нам было адресовано. Есть у меня подозрение, что можно будет выстрелить хотя бы в одного из них. Тем самым сделать наше задание немного проще. Да. Ну и все. Парочка заправских проходимцев, а? Не. Мне это даже идет. Чем займемся? Жалованием солдат. Надо поспешить. Полк уже на пути к форту, где хранятся деньги. Славно. Надеюсь, у тебя есть план? Там много заключенных. Проникнем внутрь и водрузи флаг банды, а я освобожу их. Думаешь, выпустить бандитов, которые работают с ассасинами? Мы же натравим на них армию, разве нет? Просто подними флаг, и я устрою ад. Достаточно интересный. План, послушать, кажется, он упортит открыть отмычки для двери. Отмычка для двери. При этом разграбить казну на 10 тысяч. Срезать британский флаг. И все это сделать за 3,5 минуты, да? Мы гении просто. А может и волшебники. Ладно, ближе к делу. Стандартного нет. Нам не понадобится Шэн Бяо. Так, ребятки, вы нас будете видеть? А, они нас не трогают. Но мы свои. Окей. Тогда это, наверное, нас будут стражники атаковать. Да, у нас... Все, отдыхай, паренек. Тут там. Тихо, ты нас не видел. Мы теперь вроде бы тоже, наверное. Где сундук, понять не могу. А вот он. Что-то я думал, он будет выше. Собрали. Псы. Давай, иди сюда, 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 иди. Стрелок нам будет мешать, кстати говоря. Его нам желательно брать. О, замечательно, дротик есть. Он уже отвернулся, но ничего. Главное, что дротик есть. Вот и главные сундуки, как я понимаю. Угу.
Я знаю, что 2 минуты. Две отмычки. И срезать флаг. Давай, шевелись, шевелись. Собственно, флаг рядом. Как мы его срежем? Чё, туда что ли? Спрыгивать по флагу? И чё? Не слезает. Это наглость. Беспредел. У нас мало времени, что это такое? Я не понял. Заново проходить с вами не хочу это задание. Зачем? Чё ты этот флаг не режешь, эй? Это не тот. О, конечно, на стрелке этот флаг. Как же это гениально. Давай быстрее взламывай. Все, взломал, молодец. Сундук в форте. Каждый, все сундуки. Это наглость. Прям все сундуки. 20 секунд, мы ничего не успеем сделать. Куда побежал? Какой колокол? Ты чё? Отдыхай. Давайте вот, пока мы далеко особо не ушли, что-то я прям не понял. С последней точки. Давайте мы вот с вами как есть попробуем перепройти. Потому что все сундуки и... Да, если действовать в темпе, то, наверное, можно успеть. Это хочу попробовать. Вот поднялись. Начинаем взлом. Нам нужно все сундуки. Вот мы открыли. Сейчас уже часть собираем. Забрали. Еще рядом 2 сундука. Внизу. Прям напротив. Есть. Не знаю, что порезче делать. Забрали. Давай, давай, шевелись, резче, резче. Ты прыгаешь. Понятно. Yeah.
Еще два сундука. Давайте теперь флаг попробуем срезать за минуту, что ли. Ладно, с этими сундуками войдутся. Так, пусть радуется. Наверное, на стражников вообще внимания обращать не нужно. Да что ты делаешь? Это уже начинает злить, когда делает не то, что нужно. Флаг понятно. А прям, чтоб все сундуки... Там два их оставалось. Ну ладно. Нет, так нет. Это, ну, просто бежишь бегом по сундукам и все. Подкрепление там еще будет. А, мы еще должны сражаться. А сами не могут без нас как-нибудь обойтись. Обязательно нам быть. А мы можем покинуть форт. Так, и при этом, может быть, да, украдем сундучки. Интересно. Просто, может, я думал... Вернее, я думал, что это все должно происходить только в таймере. Ну, да, молодца. Бум, нет дротиков, нет ничего, нет. Куда оно все делось? Все было, играли, вот. Теперь ничего нет. Молодца. А, вот сейчас опустошить можно и после таймера. Ну и все. Тогда я сейчас вам буду... Стреляй быстрее, не спешить. Чёрт. Давай, учись выживать. Аптечек нет. Места. Это поможет, то, что ты начал действовать вместо того, чтобы идти. Вообще странно, почему я решил, что сундуки только за таймер нужно успеть открыть. То, что это можно сделать... После таймера, это просто замечательно.
Спи уже. А вот теперь охотники за головами. Ранее только было в море, теперь это на суше. Что интересно. Разнообразие уж прям. Да уж там и не было бы. Проснулся, встает. Такой, что за дела? Что-то случилось тут. Да, ему еще сейчас. Оп. Еще поспит сейчас. Все, отоспался. Все сундуки ограбили. Покидаем форт. Лучше не в море. Лучше по суше. Камон, камон, конечно же. Камон. Кричи. Прыгать никуда. Вот по деревьям будет, а он сейчас выйдет. Ну все, сбежали. Что здесь случилось? Заключенные вырвались. Им кто-то помог. Их было слишком много. Что ж, мы исправим это, не так ли? Пора избавиться от этих бандитов. Сработало, Джек. Немного удачи, и армия раздавит этих бандитов. Удача — это миф. Что же, воспоминание успешно выполнено. Продолжаем. Вот, большое всем спасибо за просмотр. Обязательно продолжим.